перезвоню. Саба, там у меня же безлимитка. Я тебе перезвоню. Это что такое? А куда ты пропал, э? Да, блин. Наверное, он мне звонит. Ладно, подожду. Ладно, наверное, он звонит. Я подожду. Чё ты смотришь? Лавчи, цара! Ты знаешь, кто я? Сюда иди! Наконец-то! Алло, здорово, братан, чё ты, как ты? Наконец-то дозвонился! Знаешь, какой я шашлик намутил? Приходи, покайфуем! Слушай, братан, мне девушка позвонила. Я сейчас поговорю с ней и тебе перезвоню. Никита, алло, почему алло. Ты так долго трубку не берешь? Почему я должна ждать так долго? Так, ты вообще... Ты любишь? Люблю. Я же соскучилась. Да, я тоже. Скучаешь по мне, зай? Скучаю, скучаю я по тебе. Все, давай с дворком говорю, пока. Теперь облежи губы. Да-да. Сделай то же самое. Все, все готово. Целуй. О, ты чё, куришь? Ненавижу курящих парней. А что это сейчас было? Что? А где сигарета? Не было сигареты. Да? Ну ладно. Эта девка просто пуля. Самая спросовая чекуля. Ой, прости, пожалуйста, я реально нечаянно. Ну ладно. Ты обиделась, что ли? Конечно нет! Да Почта России быстрее письма доставляет, чем ты приходишь! Привет. Чувак, спасибо тебе большое. За что? За то, что котенка сегодня спас. А, да не за что ты. Ты обращайся, если что. Это так мило! Ой, прости, пожалуйста. Да ладно, ничего страшного, бывает. Ха, моя школа! Ой, Макс, у тебя ширинка растет. Ой. Sexy and I know it. У тебя ширинка расстегнута. Я специально ее расстегнул. Может, пойдем? О, oh, yeah. Ты вот такие вот пироги получаются. У тебя что-то грязное на спине? Да. Да. Все. Спасибо большое. Like ой, слышу, у тебя на спине что-то грязное. Что, вытерла? Да, да, вытерла. Помочь познакомиться? Да! Соберись! Есть! Слушай сюда, есть три правила. Во-первых, нужно эффектно подойти. У тебя есть что-нибудь? Ну, сойдет. О, сейчас закадрю тёлочку. Привет. Привет. Это тебе. О, это так мило, спасибо. Урок номер два. Будь джентльменом, предложи девушке куртку. Спил, блин. Еще куртку забрала. Я вижу, ты замерзла. Согрей тебя. О, спасибо. Есть третье правило. Умею удивлять. И четвертое правило, братан. Устраняй конкурентов. Никит, а ты мне доверяешь? Конечно. А можно я в ВК в твоем посижу тогда? Так вот, да ладно, Саша.
Что случилось? Джек умер! С Титаника? Да! Фиона, я не буду так... Не трогай меня! Отстань! Каблук! Знаешь что, пошла-ка ты нахер! Ну, Зай, ну подожди! Ключи от моей квартиры верни. Вещи завтра заберешь. Слушай, у тебя есть жвачка? Да, конечно. На все. Всю? Да. Спасибо. Слушай, у тебя есть жвачка? Конечно. Давай руку. Дождик начался. Да. Я взял с собой зонт, чтобы ты не намокла. Ты взяла мне зонт? Я пить хочу. Давай зайдем куда-нибудь. Давай. Я пить хочу, давай зайдем куда-нибудь. А я ссать хочу, давай друг другу поможем. Да ты достал! Шлюха! Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got so loud. When I see you light up, I light up, I light up. When I see you light up, I light up, I light up. Like stereo lights. Выходи за меня. Ага, я согласна. Дорогой. Что? Ты ничего не замечаешь? О, Миша, похуй. Ты покрасила волосы. Пиздец. Прикинь, как меня мать достала уже. Говорит, бухает. Like Miley. Ну чё, чувак, ты как? Вчера было просто охренительно. Да, вообще дикая ночка. Слушай, помнишь чувака, который заснул вчера? Самый первый, который? Да. Я, короче, ему лицо на члене нарисовал. Может, наоборот? Это что за хуйня? Вот. Мяу. Бухаешь? Ну а что мне еще делать? Я на пенсии уже 45 лет и сижу. Не пошел, как. Блять. Да сука, блять.
снимай потом. Фу! Все как-то плохо пахнет.